По закону школа не имеет права принуждать родителей сдавать денежные средства на те или иные нужды. Таких же полномочий нет ни у одного родительского комитета. Все должно быть в добровольном порядке. Если родитель хочет помочь родной школе, это его право. По закону это считается добровольным пожертвованием. У школы должен быть собственный счет, в котором отображаются все денежные средства, поступившие от родителей. Также родитель имеет право требовать квитанцию от школы о приеме денег. Хочу подчеркнуть, что незаконным является именно сам факт принуждения родителей к сдаче денег. Например, относительно учебников я могу пояснить, что согласно статье 35 Федерального закона об образовании, все учебно-методические пособия и учебники школа должна предоставлять бесплатно. То же самое касается предметов мебели и средств обучения. Так, приказом Министерства образования 30 марта 2016 года за номером 336 утвержден перечень предметов мебели и средств обучения, которые школа должна предоставлять за счет бюджета. Таким образом, взимание с родителей денежных средств на какие-либо парты, школьные доски, компьютеры для класса является незаконным, поскольку это именно прямая обязанность бюджета обеспечивать ребенка данными предметами обучения. Что касается охраны в школе, согласно статье 41 Федерального закона об образовании, обеспечение безопасности детей является основной функцией школы. Школа обязана самостоятельно устанавливать видеонаблюдение, сигнализацию, турникеты и контролировать вход школы, вне зависимости от того, сдали родители деньги или нет. Есть немало судебной практики по искам прокуратуры к школам о том, что они обязаны соблюдать определенные меры для обеспечения безопасности детей, которые находятся внутри школьного помещения. Особо отмечу, что несдача родителями денежных средств на те или иные нужды не снимает ни в коем случае со школы обязанности соблюдать свои положенные по закону функции, такие как функция по обеспечению безопасности детей, функция уборки помещений в школе, обеспечение детей учебниками. Деньги на уборку школьных помещений и на ремонт также закладываются в бюджете. Сдавать на это деньги не обязательно. Родители имеют право в добровольном порядке выразить свое желание помочь школе, но никто не имеет права принуждать их сдавать ту или иную сумму. Дело в том, что в части уборки и ремонта действует ряд санитарных правил, которые школа обязана соблюдать. И за их несоблюдение будет нести административную ответственность именно школа. Школа обязана выполнять свои законные функции, такие как функции обеспечения безопасности, уборки, ремонт, обеспечение детей учебниками. Школа должна обеспечивать ребенка бесплатным образованием в рамках образовательной программы.